И начиная с этой лекции, мы начнем с вами разбирать доктрину о человеке. Это 26-я страница ваших конспектов. И вначале мы обсудим несколько новых терминов, которые используются в Писании. В Писании есть несколько терминов, которые обозначают нематериальную сущность человека. А также есть несколько терминов, и мы их рассмотрим, которые используются в Писании для обозначения материальной сущности человека. Вот, к примеру, на странице 26 в ваших конспектах вы видите слово «басар» — это еврейское слово, и «сома» — это греческое слово, которое обозначает «тело». И есть еще одно слово, которое, как мне кажется, используется чаще, чем все остальные. Это слово «саркс» или слово «плоть». И просмотрев свои конспекты, вы увидите, что это слово используется в Писании в разных значениях, и все эти значения в ваших конспектах перечислены. И во многих текстах слово «саркс» — это эквивалент или синоним тела, а не обозначение одной лишь плотской составляющей. Но есть и другие значения этого слова. Одно из таких значений — этическое. И когда я говорю это, я подразумеваю наши греховные наклонности, когда мы находимся в непрославленном состоянии. Далее, на следующей странице в ваших конспектах вы можете ознакомиться с описательными фразами. Какие-то из этих терминов более этические, а какие-то более онтологические, если можно так сказать. И я думаю, здесь уместно будет объяснить, что я имею в виду, когда использую эти термины. Онтология — это часть философии, которая описывает то, что существует, то, что есть. И поэтому, когда я говорю, что какой-то термин является онтологическим, то я имею в виду то, что мы используем этот термин, не углубляясь в этическое или нравственное значение этого термина. Поэтому, когда мы говорим о том, что у каждого из нас есть плоть, причем мы говорим об этом в онтологическом смысле, то, следовательно, мы говорим о физическом теле, что у нас есть плоть. У нас есть кожа, у нас есть тело, которое можно потрогать. И говоря об этом, мы не подразумеваем никаких нравственных или этических аспектов этого тела, никаких поступков или действий этой плоти. И вот на 27-й странице ваших конспектов вы можете увидеть первую такую фразу «тело греховное». Этот термин указывает на греховную природу человека или просто на тело, подвластное греху. То есть это уже не чисто онтологическое значение. Далее идет «тело смерти», указывает на смертность человека в результате греха. И этот термин имеет как и онтологическое значение, так как мы все подвержены смерти и когда-то умрем. Но это происходит в конечном итоге по причине греха, потому что мы с вами грешные люди. И здесь мы видим уже этическое значение этого термина. Идем далее. Уничиженное тело. Это онтологический термин. Он указывает на наше тело со всеми его ограничениями, в отличие от прославленного тела. Есть и другие термины. Глиняные сосуды, тело душевное, тело духовное. Все эти термины имеют онтологическое значение. Они указывают на тело, которое есть у каждого из нас. Мы еще не находимся в прославленном состоянии, мы еще не воскресли, мы даже не умерли. Но вот тело духовное — это тело после воскресения. Это уже прославленное тело. И мы понимаем,
что прославленное состояние означает, что мы уже не находимся под влиянием греха. Влияние греха полностью устранено. И понятно, что это уже имеет отношение к этике, к нравственности и духовности. Но главное, о чем идет речь, когда мы говорим о теле духовном, это то, что мы живем уже в сфере, которая отличается от того мира, от того существования, в котором сейчас находится наше тело, и в котором мы сейчас живем в этой жизни, до нашей физической смерти. Затем в своих конспектах вы можете прочитать о том, какие выводы я делаю в отношении этих терминов. И я разделяю все эти термины на две группы. Во-первых, это те термины, которые имеют в основном онтологическое или метафизическое значение, которые имеют отношение к природе и структуре реальности. И затем вторая группа терминов, которые относятся в основном этические термины или нравственные. Это перечисление различных частей природы человека ни в коем случае не подразумевает ту или иную теорию устройства человека, дихотомическую или трихотомическую, или какую-либо другую, о том, из скольких частей состоит человек и как они соотносятся друг с другом. Здесь просто указываются те термины, которые используются в Писании, и дается их значение. Итак, какие у вас есть вопросы или замечания по поводу этих терминов, относящихся к телу? Что ж, тогда мы с вами проделаем нечто подобное. Вот в своих конспектах, начиная с 27-й страницы по 29-ю страницу, вы можете увидеть перечень терминов, которые описывают нематериальную составляющую человека. И вот затем внизу 29-й страницы и затем на 30-й странице вы видите библейские названия, которые относятся ко всему человеку. И в этом случае все три термина, используемые в Писании, имеют этическое или нравственное или духовное значение. Ни один из этих терминов не является исключительно онтологическим по своей природе. Вы можете спросить, ну, как вы знаете о том, в какие категории эти термины поместить? Что ж, начиная это исследование, я не знал, в какие категории поместить те или иные слова. Я лишь предполагал, что они используются в Писании по-разному. Но когда я стал вникать, изучать симфонию, разбирать различные тексты Писания и задаваться вопросом, о чем же говорится в том или ином тексте Писания, идет ли здесь речь о каких-либо нравственных или духовных вопросах, или здесь просто говорится о физическом теле, материальной составляющей человека. Вот тогда я стал осознавать, вот тогда мне стало понятно, к каким категориям относятся те или иные слова. И важно осознавать, что есть различные значения, ведь когда мы читаем текст, мы не должны толковать те или иные слова онтологически, если они несут в себе этическое или нравственное значение. И наоборот. Хорошо, какие есть вопросы или замечания по поводу всего вышесказанного? И, как я уже сказал, все это не призвано использоваться в поддержку той или иной точки зрения по поводу устройства человека. То есть, если вы соглашаетесь с тем, как я расположил термины и разбил их по категориям, это не означает, что вы неминуемо окажетесь в лагере дихотомистов или трихотомистов. Вы можете принимать значение всех этих терминов и в то же время придерживаться любой теории о количестве составляющих частей в человеке. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Есть ли какие-либо вопросы?
Что ж, тогда на странице 30 в ваших конспектах мы переходим к основной теме, и эта тема займет большую часть нашего времени — изучение доктрины о человеке, и это тема о природе человека. И мы задаемся вопросом, что за существо человек? И сейчас мы только начнем и продолжим уже завтра, так как времени осталось у нас немного. Вот когда кто-то спрашивает меня, расскажите мне о природе человека, что мне следует знать о природе человека, как мне воспринимать человека? Что ж, такие вопросы и какие-либо ответы по поводу природы человека могут быть слишком неоднозначными. И неоднозначны они, потому что сам термин «природа», а именно «природа человека», неоднозначен. И в действительности есть два основных значения слова «природа», которые отличны друг от друга. И, как мне кажется, неспособность видеть это отличие зачастую может увести богословов и ученых к неверным выводам. И ошибка может быть в том, что тексты, которые говорят о этических или нравственных или духовных вопросах, эти тексты толкуются онтологически или наоборот. Итак, есть два значения. И первое значение — это метафизическое или онтологическое значение. И в этом случае слово «природа» указывает на онтологическую сущность человека, на то, что человек является творением Божьим. И вот тексты, в которых это слово используется в таком значении, не призваны раскрыть нам, почему мы поступаем так или иначе, или каково влияние греха на те или иные составляющие части человека. И вот, к примеру, если бы я спросил вас, вот говоря онтологически, каково устройство человека, каковы его составляющие части, то вы бы составили список. Есть воля, есть разум, есть дух, есть тело, есть сердце и так далее. Но это не раскрывает мне, каковы нравственные тенденции или духовные тенденции в человеке. В этом списке просто перечислены различные составляющие человеческой природы, которые отличают человеческое существо от других сотворенных существ. Что ж, на следующей лекции мы разберем нравственное или этическое значение слова «природа». И затем мы с вами начнем изучать различные взгляды или различные теории по поводу устройства природы человека. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.